десятка-полтора, там, два. Вот, мне интересно кино было бы снять, например. Мне просто стало казаться, что моя жизнь безумно интересна. И Данил, тот, который сейчас это снимает, он покажет вам то, как живут такие, как я. Свою первую песню написала в 9 лет. 9 лет, она называлась «Мой рок-н-ролл», и в ней пелось о том, что если у тебя есть крылья, пожалуйста, танцуй, пой, и даже, там, по-моему, сладкие, пусть летишь, поешь ты как звезда, помни, искра глаз твоих нужна. Я пришла порадоваться его успеху, пришла послушать его новую песню. Сколько позитива, вот это круто на самом-то деле. Мы тоже, мы на первом ряду сидим, если что. Дальше. Мы будем хлопать громче всех. Но мы на первом этаже, да? Это круто. Какая? Дим, мы тебя поздравляем от продюсерского центра «Парадис» за то, что ты опять вышел на эту сцену. Ирина Билк, я ее просил написать песню о любви. Она мне написала вот эту песню. Сейчас идемте, я покажу вам, как происходит именно процесс съемки классного видео. Погнали! О, это круто! Мне нравится это. Хорошие люди, хорошая компания, хорошая реклама, ты понимаешь? Вообще, это бомба! Я сейчас очень рад сегодня, потому что, блин, это самая лучшая реклама, которую я уже сделаю в мире, понимаешь? Вот так! Свобода – это дерзко, опасно и пугает. Открыть себя, насколько смелости хватает. Открыть и не копаться, влюбиться в каждый промах и каждый день играться судьбой, пока не сломан. Сломают – соберешься, себя не предавая. Поднимешься, найдешься, и темп не замедляя, навстречу ветру рвешься. Свободу догоняю. Привет, мои хорошие! Не виделись с прошлой среды аж! Сегодня на моей кухне будет моя подруга, которая работает шеф-поваром в очень крутом ресторане. В общем, мы пойдем в магазин за покупками, и когда вернемся, обязательно расскажем вам, что мы будем готовить, как и сколько у нас это времени займет, и сколько денежек мы на это потратим. Мы специально выберем такое блюдо, которое сможет выполнить каждый из вас, кто вообще никогда даже не любил готовить и не умеет готовить. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и... Катя, расскажи мне, чем ты занимаешься на работе? Я поваром работаю, кушать готовлю каждый божий день с 10 до 10 вечера. Курицу мы жарить будем. Курицу мы жарить будем. Курицу мы жарить будем. С грибами. Где же у Лены соль, перец и нож? Было бы неплохо их найти. Вот они, Лена, у тебя в первом ящичке лежат. Нож есть. Так, вот эта ложечка. Так, дальше мы ищем соль. Я могу подсказать. Подскажи, пожалуйста. Вот здесь вот. Мы режем филе куриное на мелкие кусочки, ну сантиметров по 3-4. Что тебе? Включи, пожалуйста, когда тут.
Диана, что ты нервничаешь? Один лук? Да. Ну, если кто-то любит больше, то два. Можно вообще лук не добавлять, но лук дает свой вкус. В этой упаковочке 350 грамм. Мы бросили где-то грамм 200. Так они визор же программа, они же... Так они к нам тоже приезжали, дело в том, что... Они кушать к нам приезжали, но они нас не проверяли. Ну, им всем очень понравилось. Ну, у нас еда вкусная. А вот насчет медкнижек и всего остального, вот приехала, была комиссия, так нам за день сделали все медкнижки. И все. Сам же ресторан. Ну, сейчас медицинская книжка стоит 100 гривен. Ну, понятно. Ну, ревизору понравилось. Знаешь... Ну, действительно вкусно. То есть вкусно. Но мы не будем говорить, куда нам не нужно ехать или нужно ехать. Да, мы не будем говорить. Вкусно, но... Но перчатки нужно одевать. По одному человеку, насколько хотела бы. Ну, смотришь, как кушать. Ну, как я. Да на раз. Ну как? Ты же говорила, мы смешивать будем рис или будем отдельно? Не, смешиваем. Сюда добавляем? Или в кастрюлю? Давай опять-таки в кастрюльке смешаем, да? Кастрюлька просто шире. Глубже. В какой кастрюльке? Ну, опять-таки. Давай в кастрюльке, да.